страшного время. Фанаузу биллахи, мы просим у Аллаха защиту мин яумин, от того дня кушифал гитау, когда будет снята завеса. Фаинна наса ниямун, поистине люди спят. Фаида мату интабаху, и когда они умирают, вот тогда они просыпаются. Люди спят, когда уже умирают, просыпаются. Субханаллах. وقال الحسن رحمه الله сказал Хасан, это скорее всего Хасан Басри رحمه الله تعالى. Юз, это тоже из табиин великих. Юзану мидадуль улемаи бидами шухадаи. Будут взвешивать, приравнивать чернила ученых людей бидами шухадаи с кровью шахидов. Фа ярджаху мидадуль улемаи бидами шухадаи. Даже чернила ученых людей она будет перевешивать, она сделает перевес в весе бидами шухадая, чем если человек шахид умер, то есть от ранения, у него 2-3 литра крови прошло, вышло из тела. А ученый человек 3 литра чернила он использовал, чтобы писать новую книгу. И эта книга очень была полезная книга, от него многие люди пользу получили. Вот это 3 литра чернила, она даже будет приравниваться с кровью шахидов. Но даже это 3 литра чернила будет перевешивать кровь шахидов. Вакала ибн Мас'уд радиаллаху анху сказал, «Алейкум биль ильми, кабла ан юрфа'а». Вы возьмитесь, беритесь за знания, изучайте знания, кабла ан юрфа, пока она не исчезнет. Варафа, а как это исчезнет? Она будет поднята, говорят. Знания поднимут, это как понять? Варафа, это поднятие знаний, исчезание знаний, это маутурватихи. Смерть передатчиков этих знаний. Смерть передатчиков знаний. То есть сильный ученый был, который разбирался в этой теме, он умер, все, как он разбирающегося, нету больше. Исчезло это вид знания, исчезло много чего. Фавалези клянусь тем, которым навси, моя душа биядихи, клянусь тем Богом, моя душа находится биядихи в его власти. Так будет красивый перевод. لَيَوَدَّنَّ رِجَالٌ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ شُهَدَاءً لَيَوَدَّنَّ وَدَّ это хатет данна это нун таакид для усиления لَيَوَدَّنَّ رِجَالٌ непременно захотят мужчины قُتِلُوا которых убили فِي سَبِيلِ اللَّهِ на пути Аллаха شُهَدَاءً как шахидами они умерли их убили. Они захотят непременно ан яб'асахуму Аллаху улемаан, чтобы Аллах Всевышний воскресил их судный день учеными. Почему они так хотят? Лима за то, что яравна они видят мин караматихим из почета, оказываемое ученым людям. Шахидам тоже оказывают почет, но ученым больше. И они хотят, даже шахиды хотят, чтобы они были воскрешение судный день учеными в группе ученых людей. Фаинна ахадан лям юлад алиман. Поистине никто не рождается учеными. Вайнама альму бит тааллуми, поистине знания приобретаются благодаря учебе. Учиться надо. Вакала ибн Аббасин радиаллаху анхума сказал: тазакуру альми بعد ليلة أحب إلي من إحيائها. ما شاء الله. تذكر علم. Чтение, повторение, обсуждение знаний.
Ба'да лилятин, часть ночи, наилюбимее ко мне, чем оживление этой часть ночи. Вот скажем, человек полчаса, час находится в поклонении, совершает суннат молитвы. Но для меня вот час изучать знания, ну, конечно, этот Ибн Аббас, он за час, он много знаний. Мы там еле-еле там можем 15-10, там 5-10 листов можешь прочитать. Но он там, может, сотни листов почитал, разбирал. Вот эта часть ночи, которую я провожу в знаниях, изучая знания и разбирая знания, преподавая знания, наилюбимее ко мне, чем оживлять эту часть ночи богослужениями. Вакала, вакадалика, также передано ан Аби Хурайрат, радиаллаху анху, у Ахмад абн Хамбала, рахимахуллах, также передается и от Хамбала, рахимахуллаху та'аля. Они к ильму больше внимания придавали, чем дополнительным богослужениям. Они дополнительные богослужения тоже делали, но и ильму изучали. Пусть Аллах будет доволен ими и нами всеми. Вакала Хасану, сказал Хасан, фи кавли та'аля, здесь рахмахулла нет, не написано, поэтому мы лучше скажем рахмахулла, раз его цитата здесь говорится, это наш праведник. Но Хасан Басри это или же внук пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже не сказано. Поэтому мы, как сказано, так и читаем. Вакала Хасану, рахмахулла, фи кавли та'аля, ауду биллахи мина шайтану раджим. Он сказал насчет речи Аллаха Всевышнего: «Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан». Господи наш, даруй нам этой ближайшей мирской жизни, даруй нам хасанатан благо. «Ва фил ахирати хасанатан». И в последнем, загробном мире тоже даруй нам благо. Толкование этого блага, которое нам даруй этой мирской жизни, и в ахирате даруй нам благо – Сурату Бакарат 201 аят это, он сделал толкование: «Иннал хасаната фид дунья хияль ильму валь ибадату». О Аллах, даруй нам эту дунья благо, это имеется в виду знание и поклонение Аллаху. «Ва филь ахирати», а в последней жизни даруй нам благо, «хия это аль джаннату рай», он сказал. Маша Аллах. وقيل لي بعض الحكماء, слово хасана туда и другие тоже, много чего тоже входит, как слово благо. Алла, даруй нам этой ближайшей жизни благо. Туда и материальный достаток, и имущество тоже идет, но многие думают, что благо это имущество. А Хасан, рахимахуллах, сказал, это знание, говорит, это благо, не имущество, а знание и поклонение. Возможность поклоняться Аллаху – это большое благо в этом дуния. А в ахирате благо – это рай. وَقِيلَ لِبَعْضِ الْحُكَمَاءِ, одному из ученых, одному из мудрых людей спросили у него: أَيُّ الْأَشْيَاءِ تَقْتَنِي, какие вещи ты хотел бы иметь как кунья, как собственность? Что ты хотел бы себе приобрести, как мы дома там диваны, холодильники, шкафы там хотим себе иметь? Что ты хотел бы, какие же вещи ты хотел бы приобрести, иметь себе? Он сказал: «Аль-ашья аль-лети», я хотел бы приобрести себе вещи, такие вещи: «Иза гаракат сафинатука», или «гарикат», или «гаракат», сейчас словарь посмотрю-ка я. Альхамдулиллах, правильно сделали, что посмотрели. «Гарика яграку». Он сказал: «Я хотел бы приобрести такие вещи, которые «иза гарикат
Сафинатука, когда твой корабль тонет, сабахат маака, они плавают вместе с тобой. Яни, он имел в виду аль-ильма, знание. Вещи могут тонуть, упасть. Или сказали арада, он имел в виду бигарк из сафинати, еще там образное, то есть метафорический такой пример. Он имел в виду бигарк из сафинати, утопанием корабля, он имел в виду халяка баданихи бильмавти, гибель его тела смертью. Ну, его тело умирает, его корабль утонул. А что сейчас вместе с ним всплывает? Его знание. وقال بعضهم من اتخذ الحكمة, кто взял мудрость, лиджаман, как уздечкой для себя, اتخذه الناس اماما, люди возьмут его себе в предводители, в лидеры. Ваман арафа биль хикмати, ваман точек арифа, кто известен биль хикмати, мудростью, что он обладает мудростью, ла хазатху льюну биль вакари, будут смотреть на него глаза с уважением. Вакала Шафиию рахматуллахи алейхи, сказал имам Шафии, да будет милость Аллаха ему, или да смилостивится Аллах Всевышний над ним. Мин шарафиль ильми, сказал он, из почета знаний является анна кулля ман нусиба илейхи вала фи шейин хакирин фариха. Анна, что кулля ман, что любой человек, нусиба илейхи, к кому приписали знания, о, машалла, знающий человек, сказали ему, да? Валяв даже фи шейин хакирин, даже в мелочных вопросах. О, машалла, огород хорошо копать умеет, прополку умеет делать, скажет. Фариха радуется. Любому человеку скажи, о, машалла, хорошо чабановат умеет. Радуется. Знающие, когда говорят, хоть в каких бы вопросах не было, хоть даже в мелочных вопросах, радуются. Ваман руфиа ангу хазина. Печалится. Ваман тот человек, руфиа ангу, с него сняли знание, имеется в виду, кому сказали, ты что такой глупый, что ли, этот вопрос не знаешь. Вот когда вот так говорят, хазина, человек печалится. Вакал, вот значит, это слова имама Шафии, рахмахулла, нужно подчеркнуть и иногда рассказывать их при встречах с студентами и также при наших кругах, когда мы собираемся. وقال عمر сказал رضي الله عنه يا أيها الناس, о вы люди, عليكم بالعلم, вы возьмитесь изучать знания, فإن لله سبحانه رداء, поистину у Аллаха Всевышнего есть атрибут, يحبه, которого он любит, فمن طلب بابا من العلم رداه الله عز وجل بردائه. Фаман, и тот человек, талаба бабан, кто будет изучать хоть одну главу миналь ильми из знания, раддаху Аллаху азаваджалля, Аллах Всевышний одарит его беридаихи этим атрибутом, этим качеством. Значит, у Аллаха есть атрибут знания, Аллах знающий, у Аллаха сифат есть ильму. И кто хоть одну главу из ильма изучает, Аллах Всевышний дарует ему знание. Буквальный перевод, я сейчас сделаю его, но поэтому я сказал, атрибут такой перевод сделал. Но все-таки аллегорический буквальный перевод тоже сделаю.
Но надо иметь в виду, что это атрибут. Фаинна лиллахи субханаху ридаан. Поистине у Аллаха Всевышнего есть одеяние халат, юхиббу, которое он любит. Фаман талаба бабан, кто изучил хоть одну главу миналь ильми и знания, раддаху Аллаху, оденет Аллах Всевышний его, азаваджаль, берида и своим одеянием, как халат. Это метафорический прямой перевод, нельзя понимать, но это Умар разиаллаху анху, раз так написано, это аллегория. Фаин азнаба замбан истатабаху саляса марратин. И когда этот ученый, кого Аллах одарил эти знания, и он совершает замбан, греховный поступок, истатабаху саляса марратин, Аллах просит у него вернуться к правильному пути. Саляса маратин, три раза. Что он покаялся и вернулся к правильному пути. Ли алла яслюбаху, чтобы не лишить его ридаху того дара знаний, залики, который он даровал ему. Ва ин татавала фихи, ва ин татавала бихи залика замбу, хатта ямута. Хоть даже татавала бихи залика замбу, хоть даже часто будет долго происходить от него тот ошибок, грех, хатта ямута, пока он не умрет. Имеется в виду, совершает какой-то поступок, он кается, кается. Хоть долго будет так делиться, но хотя ему пока не умрет, Аллах Всевышний сразу его не лишает этого. Дает ему время покаяться. وقال الأحنف, это как другим, это другим тоже можно такое отнести, но к ученым людям особенно. وقال الأحنف رحمه الله сказал, كاد العلماء أن يكونوا أربابا. Ученые люди приблизились быть господинами, хозяевами. وَكُلُّ عِزِّنْ لَمْ يُوَطَّدْ بِعِلْمٍ. Любое могущество, которое не подкреплено знаниями. Человек стал, скажем, руководителем одного завода стал. Знаний нет у него. Или руководителем какой-то организации, какой-то партии. Что-то он вперед пошел, но не подкреплено это знаниями, фаиля зуллин масиру, то к унижению будет его участь. Все равно он долго не продержится. Вакала салим ибн абиль-джади, иштарани мавляя. Салим ибн абиль-джади говорит, рахмахуллах, купил меня мой хозяин би саляси миати дирхамин, за 300 серебряных монет. Ва атакани, и освободил меня от рабства. Факульты, я сказал себе, биа ишейн ахтарифу, чем же я буду заниматься? Фахтарафту, и я занялся биль-ильми, изучением знаний. Фама таммат ли санатун, не прошло у меня одного года, хатта атани амируль мадинати, так что пришел ко мне правитель города Медини, заиран навестить меня пришел. Фалам адан лаху, я не разрешил ему. Я не пустил ему войти. Или может он ему сказал, очередь соблюдай, сегодня у меня другие люди, завтра приходи. То есть я не разрешил, говорит правитель Медины. Это говорит о том, что какую мощь, могущество у знаний. Даже правители нуждаются в тех, кто обладает знаниями. Год не прошло, раб, бывший раб, уже к правителю приходит к нему за то, что он обладатель знания. Значит, у бывшего раба было то, зачем хотел прийти правитель, узнать или что-то такое. وقال الزبير بن أبي بكر كتب
илейя. Катаба илейя аби. Написал мне аби, мой отец, биль Ираке, когда он находился в Ираке. Алейка биль ильми, сказал мне. Ты возьми за знание. Фаиннака инифтакарта. Поясни ты, если ты будешь нуждающимся, кана ляка малян. Знания будут для тебя как имущество. Ванистагнайта. А если ты будешь богатым человеком, не будешь нуждаться в имуществе, и так ты богатый. Кана ляка джамалян. А эти знания будут еще для тебя красотой. И знания всегда украшают человека. Ва хукия далика, также рассказано такой же смысл фи васая Лукмана, завещаниях Лукмана, либни своему сыну, ва Аллах сказал, я бунайя, о мой сын, джалисиль улама, садись с учеными людьми, ва захим хум, и захим хум би рукбатейка, и ты теснись с ними своими коленями. Имеется в виду, теснись, где много людей сидят, ты тоже найди какое-то место, где сесть на колени и слушать эти знания. То есть там нет места спокойно, там, как на кресло сидеть, там только можно на коленях сидеть и слушать. Садись, говорит, вместе с другими, чтобы на коленях, садись на коленях и слушай знания. Теснись с ними с коленями. Фаинна Аллах, поясни Аллах, субханаху, юхьил кулуба бинур хикмати. Поясни, Аллах оживляет сердца благодаря свету мудрости. Кама юхьил арда, как Аллах оживляет землю, бива билис сама и благодаря обильным дождям неба. Особенно это в засушливых районах, когда после дождя такая трава была, такое приятное благо бывает после дождя. «Вакала ба'зу л-хукума» и сказали некоторые мудрецы, или же один из мудрецов сказал, «Иза мата л-алиму бакаху л-хуту». «Бакаху л-хуту». «Фильмаи». Когда ученый человек умирает, оплакивают его рыбы в воде. Вот тайру филь хаваи, птицы в воздухе. Ва юфкаду ваджху, его самого нет. Вала юнса зикруху, но память о нем не забывается. Ва кала зухрию, рахимаху Аллаху. Аль-Ильму Зикру. Аль-Ильму Закарун, будем сказать. Аль-Ильму Закарун – это мужской род. То есть, есть женский род, есть мужской род. Аль-Ильму, говорит, это Закарун, это мужской род, мужчина, говорит. Ва ла тухиббуху, и не полюбят его, илля зукрану риджали, кроме мужчин среди людей, кроме мужчин не любят знаний. Знаний любят только мужчины, сказал он. Маша Аллах, даже вот так нас побудил. Ла иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах, саллаллаху алейхи ва саллама. Раббана зидна ильман, Аллахумма, инна насалука ильман нафиан, ва калбан хашиан, ва амалан мутакаббалан, ва шифаа мин кули даин, Раббана зидна ильман ва фахман. Амин, я Раббал Аламин.